Нигму, ой, забрали, прошу прощения, Нринка. Это, опять же, хороший мув от Изикатки, но ситуации кардинально он, конечно же, не меняет. Здесь пытаясь бласт под арку, а это вот хороший килл, приятный, близи. Поживет ли? Несвер, неплохой морф, еще станут, кентавра идет, круто, или фитан тоже погибнет. Ну, за килл Энчандрес это, откровенно говоря, многовато. Несвер, доминейтинг, вышка также будет снесена на ботлине очень-очень быстро. Открытая тройка для ребят из X3 будет иметься. Ну, трех оппонента, естественно. Вообще в эту доту слишком просто слишком трудно. Рейс цепляет, кстати, в топе у нас Нринка, но не знаю, убьет ли его он тут. Нринка опять шикарно мансит, хотя, ну вот без маны остается, есть Малифайс рядом, Рейс, как же это все печально. Айсблаз закидывается, кстати, а вот так уже можно попроще. Гарат очень неудачный блэкхол, в итоге падает Инринг и Ширгарат. Ну окей, за Вячеслава и Рейза, ну еще может быть сойдет, учитывая, что ситуация на карте действительно очень грустная. Сейчас, правда, фраг получает у нас Вячеслав. Соответственно, забирает золото себе побольше, что не очень приятно для изикатки, опять же.